из-за того, что отвалилась заклепка, придется заново все проклеивать и прикручивать саморезами. Для проклейки будем использовать остатки клея. А для большей фиксации будем использовать совсем другую штуку, саморезы. Так. Надо одеть перчаточки. Клей очень хороший, но мазать его нужно на обе поверхности. Фиксировать будем на такие саморезы. И для пущей фиксации нам нужно будет прицелиться. Для того, чтобы ногу не выворачивало, нужно будет зафиксировать еще с одной стороны. Ну, выглядит это приблизительно так. Вот здесь посередине была заклепка, которую вырвала. Двумя мы наживили и мощно закрыли. Закрыли сам каблук. Здесь у нас все нормально, ничего. Каблук не лопнул, держать будет хорошо. Осталось только дать клею высохнуть и все. Остатки клея можно будет убрать.
Их тут практически не видно, он бесцветный просто. Все. Не ломайте коньки, а если у вас была такая проблема некачественной клепки, ее можно исправить двумя саморезами, так как сделал я. Всем пока!